На улице Коминтерна в Твери открылся дом текстиля. Здесь представлены сотни наименований продукции трикотажа и постельного белья. С ассортиментом ознакомилась наш корреспондент. Подушки, одеяло, постельное белье. Сотни наименований высококачественной продукции от отечественного производителя из Иваново. Качество текстиля из города невест проверено временем и покупателями. Только подушек для сна здесь представлено более 30 наименований. Начиная от анатомических, заканчивая наполненных лебяжьим пухом или льном. Выбор одеял не менее широкий, со всеми видами наполнителей и разных размеров. Это одеяло. Существует разных видов. Производится в городе Иваново. Сделано оно из лебяжьего пуха, а сам материал – шелкопряд. Размер существует полтора, двухспальная и евро. Это более, наверное, летний и осенний вариант. А зимние – это вот таких видов. Они вот зимние. Огромный выбор постельного белья. Всего более 300 видов на любой вкус и цвет. Ивановский текстиль славится высоким качеством и износостойкостью, а также всегда отличается натуральностью. Особенно это важно при выборе спальных комплектов. Ткань существует у нас бязь, перкаль, сатин. Самое хорошее – это перкаль. Оно более плотное. Расцветок очень много, то есть от однотонного до цветастого. На любой вкус, да, мы найдем. Кроме ивановского текстиля, в магазине представлены десятки наименований детской одежды из Турции. Она изготовлена из натуральных материалов, безопасных для здоровья. Первые покупатели уже оценили качество товаров. На лето выбираем вон платье, скажи, эти футболки, шорты. На вырост нам надо, зима заканчивается, надо обновить летний гардероб. Мне очень понравилось, во-первых, одежда вся из Турции, мне очень понравилось. И цена соответствует качеству. Весь товар поступает напрямую от производителя без посредников. Его можно приобрести как в розницу, так и оптом. Магазин «Дом текстиля» расположен по адресу Тверь, улица Коминтерна, 91.